6 лет в эфире. Сегодня национальное телевидение отмечает свой день рождения. За этот небольшой по телевизионным меркам срок удалось сделать немало. Наши программы сейчас смотрят не только жители республики, но и европейской части страны. Решение о создании национальной телерадиокомпании «Чувашия» и правительство республики приняло в декабре 2010 года. Ровно через 9 месяцев, 10 октября 2011 года, мы родились. Несколько дней вещания в тестовом режиме, и с 17 октября в эфир стали выходить ежедневные новости на чувашском и русском языках. Двухлетие национального телевидения программа «Республика» отметила выходом в прямой эфир. Телеканал вещает круглые сутки, причем значительная доля эфира – собственные проекты. Кроме ежедневных новостей, в эфир выходят более 30 различных программ на русском и чувашском языках. Сывлов Сынадов, здравствуйте! Сегодня с вами я, Адыш, и мы продолжаем учить чувашский язык. В этом году, 8 марта, национальное телевидение и радио «Чувашия» начали тестовые вещания на двух спутниковых платформах «Триколор» и «Орион-экспресс». Главная новость дня. Национальное телевидение «Чувашия» начинает круглосуточное спутниковое вещание на европейскую часть России. Программы нашего телеканала уже доступны жителям других регионов. Через спутник наш эфир можно смотреть от Калининграда до Тюмени. Области. Количество абонентов превышает 10 миллионов человек. Национальная телерадиокомпания расширяет границы эфира. Одновременно увеличивается и программная сетка. Зрителей ждет немало интересных проектов. Седьмой уже получается сезон наш, да, то есть пойдем в семилетие. Он будет отмечен огромным количеством новых проектов. Часть из них уже запустилась, их можно уже увидеть на нашем канале. Это и ток-шоу «Мысли вслух», и очень много небольших программ 2-3-минутных, которые рассказывают о каких-то полезных вещах. Совсем скоро, буквально в эту субботу, мы запускаем наше реалити-шоу «Танцы без границ». Совсем скоро стартует шоу «Ротация», это тоже второй сезон. Много новых проектов и кулинарный проект будет, который совсем в ближайшее время мы увидим уже на нашем экране. Будут истории и про бизнес, и про жизнь, и про любовь, и про людей, которые приезжают в наш город и остаются здесь жить. Поэтому все самое интересное смотрите на национальном телевидении в нашем новом сезоне, который мы запустили в наше 6-летие.